Всем привет! Мы начинаем третий выпуск «С детства за Евпаторией». У нас начало сезона. И о том, какими наши футболисты были учениками, нам расскажет Сейхан Алиев. Погнали! Я тебе фотографию скинул, я в школе был. В красной форме кубок держал, вот этот кубок. Вот кубок в Германии. Мы заняли, да, город Людвигсбург. Мы заняли третье место. Ну, у нас была команда, мы стали чемпионами Крыма. Дважды чемпионы Крыма. И получили путевку Германия, Дания и Польша. Вот, и в Германии заняли третье место, вот этот кубок. В Польше мы заняли, получается, было 27 команд, мы заняли третье место. Я стал лучшим бомбардиром турнира. Забил 17 голов в 8 матчах и отправились в Данию. В Дании мы играли, получается, там было 40 команд. Мы заняли 7-е место, но мы выиграли 6 матчей. 7-й матч у нас была игра с бразильским Сан-Паулу. Угу. Вот, да, с бразильцами. Они на своем пути выносили всех. 8-0, 7-0. Ну, в принципе, и мы играли с Исландией, 5-0 выиграли. Норвегию выиграли 5-1. Там, с Данией, там, по-моему, 7-3 выиграли Данию. Вот, это в группе. Вышли дальше, играли, в общем, на своем пути, в общем, выиграли тоже всех. Вроде команда приехала из Евпатории. Мы даже, когда поднимали украинский флаг, то есть, когда открытие турнира было, каждая команда держала свой флаг. Мы, получается, проходились, и нас спрашивают, вы откуда? Мы говорим, Украина. Они, Украина? Это что? Это где? Это как? Вот, Шевченко, только благодаря Шевченко знали, что такое Украина. Вот, и в итоге мы всех удивили, мы вышли, вот, пробились дальше, вот, и игра была у нас с Сан-Паулу бразильским. И они единственный гол пустили на турнире от нас, то есть мы проиграли 2-1. И то счет был, мы 1-0 вели, мы забили на третьей минуте. И потом пропустили, и в конце они нас добили, вот, но, наверное, если бы судья добавил бы еще 5 минут, я думаю, мы бы додавили бы, мы бы сравняли бы счет, да. И после игры, ну, настолько такие эмоции были. Получается, там много стадионов было, где-то стадионов 6 вот так располагались. И, можно сказать, все болельщики, они просто смотрели вот эту игру, потому что их удивило Сан-Паулу и какая-то команда из Украины, да, играют на равных. И после игры мы когда сидели, мы заплакали, но не от того, что мы проиграли, а от того, что мы чувствовали гордость. Мы бились до конца. И после этого игроки Сан-Паулу, там тренера, болельщики, все к нам подходили, просто нас обнимали, вы молодцы, вы герои. То есть мы приехали в итоге оттуда, можно сказать, высоко поднятой головой в Евпаторию. Нас встречали на вокзале, мы прям отсюда в Германию ездили на автобусе и вернулись. Да, трое суток мы были в пути, мы приехали, нас встретили на вокзале, много людей было, мы выходили с автобуса, у нас все под аплодисменты, то есть, да, нам было по 15 лет.
Вот так вот Виктория рубится на международных чемпионатах. Для тех людей, которые видели видео и знают о моем споре. Вот один из циклов моих упражнений для похудения. Работаем в воде. Под руководством заслуженного тренера моей семьи Юлии Юрьевны Минасяновой. Сколько мне нужно сделать, тренер? 10 заплывов. Итак, заплыв номер один. Вместе с Евпаторией. Есть такие мальчики, которые уже рождаются мужчинами. Вот Сейхан как раз такой. Он шалил не потому, не шалил в классе не потому, что он был не ребенком, а потому что он считал, что это, ну, не нужно. Он был такой рассудительный изначально. Вообще у нас как-то вот этот класс был замечательный. Да, дружный класс, и до сих пор мы со всеми общаемся. Все хорошо у нас. Ну, у нас Сейхан выделялся всегда. Но то, что он будет футболистом, было понятно. Ребята любители, но, к счастью, играют очень многие, ну, в своих командах. Вот Сейхан профессионально у нас, собственно говоря, один. А о том, что он будет футболистом, было понятно всегда. Мы общались и с папой, и с тренером в свое время. Вот. А они отличались какой-то удивительной работоспособностью, потому что у меня была тренировка с утра, потом они шли на занятия, потом они опять шли на тренировку. Конечно, нужно иметь огромную силу воли, чтобы поддерживать на протяжении. Правда, они к концу уже расслабились. Но уже, опять-таки, как расслабились. Но кто-то понимал, что будет профессионально заниматься и уделял больше внимания спорту, кто-то уже уделял больше внимания учебе. Но у нас было все очень стабильно, вот очень стабильно. У нас даже такой исключительный был 8-й, это 9-й, 10-й, 11-й, С-класс. Такая буква у нас, да. Это АБВ. Спортивный класс. Мы очень любили девочку. Вот именно за эту же надежность. Вот то, что, да. Вырезаем? Нет. И никогда, вот если вот девчонок спросить, вот тоже, вот я думаю, что из всех черт характера они выделят именно вот серьезность, такой вот мужественности. Вот он был маленький, ну такой вот маленький, но он был маленький, когда ей не был. Как-то он так пришел, так и ушел. И вот такой мужичок. Сколько людей у нас собралось.
это исторический момент. А пока именно в этой футболке Андрей будет представлять наш клуб. Давайте фото сделаем. КМО оказался не случайно, увидел объявление о проводящемся турнире за право подписать контракт с ФК Евпатория и целенаправленно приехал на него, так как являюсь давно участником турниров по ФК. Лет 10. Ну, так как я сейчас здесь, да, придется ездить представлять. Ну, у нас в Краснодаре есть множество клубов, но и также множество киберспортсменов. Соответственно, Краснодар уже подписал контракт, поэтому... И в поторе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Героина, оп-оп, героина, оп, героина, да. Оп. Так, Лёх, плохо себя ведёшь. Стоп, а тут учатся сейчас. Короче, конечно, Евроокон тогда не было, были обычно окна. Стою я так на перемене, вот. Просто стою, ну, то ли в телефоне, то ли с кем-то разговаривал, я уже забыл. А тут идет просто, ну, не драка, баловались. Ребята баловались, и в итоге один второго толкает. Тот, получается, дотрагивается до меня, а я назад и разбиваю стекло, да. Все разбежались, тишина, никого нет. Учительница с этого кабинета выбегает, учительница истории, на этот шорох, что случилось. И стою только я вот так. И жду, когда ко мне подойдут. Подходит учитель истории и спрашивает: «Сихан, что случилось?» Я говорю: «Я разбил стекло». Говорит: «Сихан, иди отсюда, ты иди, кто-то разбил, кто разбил, расскажи». Я говорю: «Да я разбил, честно, ну вот, стекло, вот я дотронулся, я разбил». Говорит: «Сихан, я тебе не верю, иди в класс». В общем, мне так и не поверили, да. И, естественно, меня за это не наказали. Хотя разбил я. Вот признание через 7 лет. Вот такая вот история была в школе. В общем, класс у нас был футбольный, спортивный класс. Вот. И каждый из нас мечтал стать футболистом. Но так получилось, что профессиональным футболистом стал я. Вот. Но каждый из них сейчас бегает, с каждым мы общаемся, они на игры приходят, они смотрят и поддерживаем хорошие отношения. Даже ко мне на свадьбу приезжали, то есть вот так и детство наше прошло. А кто был у тебя кумиром, какие любимые клубы, футбол или? Кумиром у меня стал великий француз алжирского происхождения Зинедин Зидан. Когда отец, мы жили в деревне, я вырос в деревне, и отец купил плакат, помню, Зинедина Зидана, вот, и повесил у меня в комнате. Это он был в белой форме сборной Франции, 10 номер. И когда я смотрел на этот плакат, я еще был, наверное, ребенком и не понимал, кто это. Но я говорил, я хочу стать как он и стать 10 номером. То есть, и в итоге стал 10 номером. И он мой кумир и, наверное, останется. После него уже, ну, как говорится, сердцу не прикажешь. Какой бы футболист ни нравился, но всегда будешь, когда ролик в Ютубе набираешь, первым делом набираешь Зинедин Зидан. Он и есть кумир мой. Так остали, продолжается. Алиев. Вещается в центр. Удар воротом! И забивает Сейхан Алиев. Ну что же! Здорово сыграл Сейхан Алиев. Просто здорово. Вот пусть он обманул вратаря, скажем так. Сместился вправо, резкий удар в нижний от вратаря угол, но вратарь не успел сместиться и буквально под руками мяч пропустил. Будем надеяться, интересный футбол. Что бы начать? Ай, как! Oh!
канала. Детство за Эспаторию. Конкурс называется «Попади в кубе». Попал.